Всем привет! Не будьте хмуры, хоть погода не ахти, с весей Нижнего Амура ролик пишем. Бог спаси! Сегодня я хотел вам показать чудо чудное, диво дивное. Это касается судебного участка 43 города Николаевска на Амуре и Николаевского района Мирового суда. Формируем поисковый запрос. Проходим по первой открывшейся ссылочке и попадаем на интернет-сайт судебного участка 43 города Николаевска на Амуре и Николаевского района Хабаровского края. Нас интересует мировой судья Губенко Ксения Федоровна. Давайте пройдем по ссылочке районный суд Николаевский на Амуре, городской суд. И попадем на интернет-ресурс Николаевский на Амуре, городской суд Хабаровского края. Тут главное знать, что искать и где искать. И я вам это покажу. Вся информация находится буквально на кончиках пальцев. Прокручиваем сайт и выходим вот сюда. Муниципальные органы власти. Находим очень много-много полезной информации. Вот об администрации Николаевского муниципального района все есть. Правоохранительные организации. И вот нас интересуют судебные участки. В частности, судебный участок 43. Объясняю для чего. Нас интересует дополнительная информация. Мировой судья Губенко Ксения Федоровна назначена мировым судьей на основании постановления Законодательной думы Хабаровского края от 20.09.2018 за номером 1801. Копируем. И в новой вкладочке производим поиск. Проходим по первой ссылке. Система официального опубликования правовых актов и попадаем на официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». Нас интересует вот именно то самое постановление 1801. Читаем, о боже мой, о назначении Злогоды Ксении Федоровны на должность мирового судьи судебного участка номер 43 сроком действия полномочий на 3 года. За подписью председателя Думы Луговского. С такой вот странной печатью, да? Смотрите, которую любой, собственно, школьник слепит, я думаю, минут за 10 управится из конструктора «Умелые ручки» самонаборных печатей. Но это чудо не чудо. А чудо заключается в том, что мировой судья Губенко Ксения Федоровна, действующая на основании постановления Законодательной думы Хабаровского края за номером 1801, в котором прописана совершенно другая фамилия, но под теми же ИО. Злогода Ксения Федоровна. Здорово, да? А для чего нам одно лицо в мантии под двумя разными фамилиями? А вот могу предположить следующее. Идем опять на сайт судебного участка 43 и посмотрим судебное дело производства. 23-е у нас уже прошло. Давайте посмотрим, к примеру, 30 января 2020 года. И смотрим, и удивляемся. Так, показать. Кнопочку надо было нажать. Смотрим. Административные дела 14.15, 14.30. Видите, с какой скоростью работает английский суд. И производство по гражданским делам. Смотрите, 9.15. Одно дело, номер же один. И второе дело, номер другой. Ответчик, истец, все одинаково, но два дела. Одновременно Губенко, действующая на основании постановление 1801, в котором вписано Злогода Ксения Федоровна. Понимаете? Она одна, но их двое.
9.15, два дела одновременно. 9.30, два дела. 9.45, два дела. 10.00, два дела. 10.15, два дела. 15.00, два дела. Если кто-то хоть на секунду предположит, что это такая интересная схема по отмыванию денег, я вам скажу: нет, нет и нет. Это всего лишь небольшая опечатка. Именно так меня убеждали в судебном участке 42, когда у меня так называемое дело вела судья Голикова, а на сайте, куда меня все дружно посылали, была записана Вахрушева. Вот, был вызван полицейский наряд, но мне сказали, что это всего лишь опечатка, и я вынужден был с этим согласиться. Но здесь смотрите, как все красиво. Два дела одновременно. Действует Губенко Ксения Федоровна по постановлению, еще раз говорю, 18.01, в котором вписана Злогода Ксения Федоровна. Представляете? Как здорово и как замечательно у нас все устроено. А если к этому добавить, что, например, в Конституции Российской Федерации, статья 67, посмотрим, что нам скажет консультант, а он нам скажет так, статья 67, пункт 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Если вы откроете ФЗ о континентальном шельфе и ФЗ об исключительной экономической зоне, вы поймете, что зона юрисдикции Российской Федерации находится на расстоянии 200 морских миль от берега или 380 километров на дне океана. На дне океана. У меня только один маленький вопрос, что лицо в мантии Губенко Ксения Федоровна, действующая на основании постановления 18.01, в котором вписана Злогода Ксения Федоровна, что она делает на континенте, поднявшись со дна Мирового океана? Может быть, вы мне ответите на этот вопрос?